Итак, товарищи, мы возвращаемся. Ой. Мы в тот день, когда ходили в кино, уже пришли поздненько. И поэтому уже ничего не успели снять, уже было на улице темно. Уже вообще ничего не хотелось делать. Приехали папа с Димкой. Ну и в общем, да. И в общем, мы перенесли все на сегодня. Итак. Продолжаем. Продолжаем, да. Тут мы разгребли. Да, вот да, все, за кошку. Красота. А теперь я хочу разобрать вот эту вот шкатулочку и вот эти вот мои ремни. А ты все доставай, вот эту желтенькую доставай. Потом достану. Моя шкатулочка, в которую мы все складываем. Ой, не могу открыть сейчас. А я не могу достать. О, лего. Не можем. Тут лего. Ну, в общем, все прекрасно видели, что там лежит. Надо вот ее протереть и разобрать то, что ты действительно тут носишь. Вот эту вообще не глядя можно убрать, потому что ты из этого уже ничего не можешь. Положили. Ничего не дает сделать, а? Да. Это же просто кошмар какой-то. Так вот это тоже достали. Зай, ну вот это. А зачем? Вот, прекрасный вопрос. Зачем она? Там стоит и захламляет. Нет, зачем ее доставать? И так все прекрасно. Давай. Так, начну вот с этой шкатулки. Может, темно, может? Все и так прекрасно. Солнышко светит. Так, прекрасно. Вот это протереть надо, видишь, запылилось даже. Итак, начнем. Давай. Будем пробовать. Драгоценности. Давай. Золото, бриллианты. Давай, мне быстрее. Ну, давай, давай, давай. Так. Эту не смогла я открыть, давай открой. Давай. Все то же самое? А это мы не собираемся оставлять? Ну, давай, кстати, да, мы же хотели. Может, на Бали это еще поеду, кто знает. На Бали? Мне показалось, на Бали Пали еду. Думаю, на какой Бали ты собралась ехать? Ладно, балет. Это мне привезла подружка из этой, ну, в общем, сувенирчик. Сейчас такое модно. Сейчас модно очень украшение из бисера. Да. Из такого мелкого бисера. Сейчас даже модно самим делать украшения из бисера. Всякие наборчики такие продаются. Может, тебе такое на день рождения подарить? Может. Может. Так, дальше. Феечки Винкс. Я их вообще никогда не смотрела. А он уже... А, нет, он не сломанный. Нормально, его распутать надо. Ну что, оставляем? Конечно. Давай то, что оставляем, а что не оставляем. Сваровски. Да. Это теперь можно... Раритет. Это раритет. Сваровски ушли из России. И... Ну, не будем комментировать. Нет, а мы не комментируем, мы просто говорим, что они ушли из России. И теперь Икею стаканчики, которые вот я видела, продавались по 400... Ой, 4 стаканчика по 800 рублей. Люди продают один стаканчик по 1500. А знаешь, сколько теперь стоит гамбургер из Макдональдса? Сколько? Продают люди по 1500. Классно. Вот, поэтому храним. Я к тому, что это пусть будет. Давай следующее. А я помню, это в детстве я, когда ходила в Республику Полосатиков, маленькая была, да. Я боялась туда ходить. Так. И я пришла туда с таким сердечком. Мама сказала, посмотри туда, и ты увидишь мой глазик, и тебе не будет страшно. Да-да-да. Я всегда туда смотрела. Был у нас такой период, что Дианочка как-то... Я боялась плакала, без тебя боялась, ходить. Боялась, без меня говорила, сиди со мной на занятия, а там не разрешали. Конечно. Вот там был только первый можно глазик. Было, первое занятие можно было посидеть. Да. Конфетка, это у нас с Симой, с моей подружкой, были парные браслетики. Ну, это не браслетик, это... А, ну, подвесочка. Подвесочка. Тоже Сваровски. Тоже Сваровски, сюда складываем, вставляем. Раритеты, тоже Сваровски. Да, ёшкин кот, мы богаты. Мы богаты, мама! Телец! Мой знак зодиака. О, это хорошенько. Вот, к нему цепочка, он отпал. Все, нормально, можно оставить. Шикардосинска. Так, о, Hello Kitty, оставь. Нет, Диана, она детская. Оставь, лайк сейчас популярный, Hello Kitty. Да? Ну ладно, положи сюда. Это мне тоже подружка привозила с отдыха. Это Рита, по-моему? Рита, да. Рита в Таиланд ездила. Рита, тебе передаем привет. Который влог. Да, вот. Складываем, оставляем. Он тоже все еще актуален с бирсером. А слоник, он всегда на удачу. Вы знали, что слоник, он
приносит удачу, поэтому оставляем. Что это такое? Тоже Симина подвеска, она у нее хранится. Ну, оставим, раз ностальгия. И у Симы есть такая, вдруг вы решите снова напоследок. Принести. Осталось вам учиться вместе 2 месяца всего лишь. Да, апрель и май. И ну, все. Если я, конечно, не поступлю с Симой в один класс или с кем-нибудь еще. Вообще шансов нет, потому что вы поступаете в разные школы. Ну, по идее, да. Следующий. Это вообще мамин браслет. Я его себе забрала, потому что он мне напоминал грейпфрут. Мне он очень нравился. Серьезно, грейпфрут? Да. Но он всегда зажимал мне здесь ручку. Мне было больно, поэтому я его не носила. Слушай, ну это классный. Это тебе оставляю. Это твой браслет возвращаю в целости и сохранности. Это мой браслет, смотри, который я... в целости и сохранности. Блин, сломался. Но я его буду хранить. Да. Потому что я его привезла, где фокус, из Англии, из Лондона. Когда я там жила 1.5 года, мы ходили по магазинам, и мне оказалось, что это красиво. Но это было 20 лет назад, ребята. 20 лет назад! Ох, ну он сломался, но я его буду хранить. Вот 2 моих браслета старых. Вот это тоже оставляем. Что это? Новый год. Что это за Новый год опять? 10 на какой? Так, ну все, Диана разложила. Подождите, у меня еще тут лежат браслетики. Так, давай здесь тоже все. Такие красивые, с бриллиантами. Так, тоже два браслетика. Ладно. Вот у меня есть Микки Маусы еще. Это ну просто да, тренд, хорошо. Это топ. Мне он очень нравится. Диана в школу не ходит. Микки Маус. Вот это я оставлю с картиночкой. Нет, Диана, сними и выкини эту картиночку. Для чего это надо? Складывай вот сюда. Мы, знаешь, раньше в советское время коллекционировали эти... Марки, да ладно, бог с ним, сейчас тоже коллекционируют. От обертки от конфеток от разных. Да. Фольгу так пальчиком расправляешь и обертки хранишь. И всякие этикетки мне, когда родители привозили что-то такое заграничное. Я вот хранила тоже всякие такие штучки. А там не сохранились или выкинули? Мои? Да. Выкинули, конечно, зайку. Обидно, я бы посмотрела. Брошка с мишками. Брошку. Ну, слушай, она большая какая-то. Давай отдельно куда-нибудь ее придумаем. Давай. Сюда давай пока брошечки складывать. Давай. Это баночка, где она тоже ее не выкидывает. Все потому, что тут милый зайчик. Да, и конфеты. В детстве я его обожала, потому что тут конфеты есть. Угу. Просто обожала даже обожала смотреть на еду. Она всегда так красиво была нарисована. Угу. Я всегда думала, вот я вырасту и научусь так рисовать. Ты выросла и научилась? А у тебя там что-то сережку прицепила? Да. Клипса. Клипса. Так, положила. Вот это давай разбираем. Это, если ты станешь балериной, я так понимаю, это вот комплект был. Да, это был комплект. Когда-то это был комплект. А сейчас даже завязывать нечего. О, поймала. Так, что это? Пусиничка, это от ручки. Как хорошенько. Может, поставить больше? Давай. Как миленько будет. Это тоже заколочки такие. Как они сейчас тебе? Интересно. Soft girl. Soft girl. Может, ничего еще? Может, да. Или не ходит сейчас так? Скажите ходит, нам, ходит сейчас так? Ходит. Да, Диана, да, конечно. Ну-ка, давай я сейчас тебе прицеплю. Давай. А вы нам напишите, ходят нынче так? Опс. Красота. Ляпота. Софт-гел, давай дальше, софт-гел, что там? Дальше, отцеплять или так ходить? Так, ходи. Окей, дальше бан школьный. Ну а что, очень миленький, оставь. Миленький, да. Видите, какой. Титосик. Я помню, я в детстве веночки маме делала, нацепляла. Да. И ты и себе делала веночек, и мне делала веночек. Связывала такую штучку из ленточек. И на них так чик-чик-чик. Слушай, ну они хорошие. У меня всегда была мечта сделать 2, чтобы на 2 хватило. Так, ну розочку. Вот еще нынче ходят. Нынче ходят? Ходят нынче такие софт гелы. Вот еще. Ну нет, это уже все. Вот, смотри. Смотри, какая прекрасная заколка. Ну это от нее просто что-то отвалилось. Так. Вот. Я и мое умение относиться бережно к вещам. Да ладно, ты бережно относишься. Вот. Уж к чему нет претензий, к тому нет. Розы. Это как это? Кармен. Розовые, розы. Так. О, корона.
Прекрасно. Я принцесса, я королева, я мисс планета. Давай корону тоже уже утилизацию. Смотрите, я мисс планета. Так, чё, давай скорее. Мы так с тобой тут до вечера будем. Еще пусиниська. Пусиниськи разбирать. А что, может, вот это тоже, это же завязка? Или такая уже, да, себе? Не, миленькая, осталась. Она еще даже не успела распушиниться. Так вот, а их две. А что она не распушинилась? Видишь, она ровно. Так это она уже была распушинистая, уже обратно запушинилась. Не, ну это логично. Все, давай, давай, давай. Что там еще? На-на-на-на-на-на. Да я уже достала. Смотри, диадема. Прекрасно. Чувствую, к концу видео я буду красоткой. Что делать с твоими чехлами? Оставлять. Да ну зачем их оставлять? Оставляем! Ну, вон, да, куда-нибудь положим вон туда в бок. Нет, это не... Ну, Диан, ну правда. Как можно убираться с этим человеком? Вот этот ты здесь должна вот снять их, раз здесь у тебя... эти прилипульки. Ну все, давай сначала с этим разберемся. Ну так складывай, уже... что с ним разбираться. Вот это? Ну. Так, где еще у меня? Вот это сними и положи. Окей. Как ваше ощущение? Представляете, ребята, ребенок только узнал, что вот эту вот заглушечку нужно вот так вот двумя пальчиками взять и снять. Она сидела и крутила их полчаса. Сразу видно, каждый день носит эти. Все, давай. Один нюхач, другой нюхач. Олень, неси меня в страну оленью. На-на-на-на-на. Какие мы с Дианой певицы-то. Куда? Смотри, что я нашла. Господи, ну как так можно? Убирай. Смотри, что это? Ну что, это будешь носить да. Еще или нет? Все пригодится. Я хочу, чтобы просто оно выглядело, типа у меня много значков, знаешь. Ага. Создадим видимость. Так, давай разбирай. Вот это все нужно доставать вообще все и выметать оттуда. А мне нравится твой вот этот бант. Этот парень был из тех. Смотрите, какой красивый. Просто любишь. Ну, классный же бант. Да. Ты его носила в первом классе на 1 сентября. Здравствуйте. Прекраснейший. Где-то мы его покупали, я помню. Там, в Эйчендеме? Ну, в Эйчендеме. В Гулливере, наверное. В Эйчендеме нет таких хороших. Там, такое все. Мне нравится такое. Ой, куда его деть-то? Вот я даже не знаю. Один об одном, другой о другом. Да, не говори, давай. Вот, обложки вот от Kinder выкидываем тоже. Нет. Тут они с надписями. Что это за... тебе раритет, понимаешь? Луговка. А что, Kinder тоже не будут продавать? Лапуля, да. И я лапуля. Думаю, они уйдут, я думаю. А, ну это вот как раз подойдет метод, о котором я рассказывала. Берешь пальчиком вот так вот, расправляешь, все, раскрепляешь и хранишь потом. Потом можно продать за миллион долларов. Обязательно. Отлично. Томик. У кого в детстве был тамагочка вот такой, а? Рассказывайте, у нас тут... А кто это у тебя тут живет? Это черепашка. Черепашка. Она у Дианы тут спит, кушает, болеет, какает, писает. Диана его иногда кормит, когда вспоминает. У меня в детстве был такой тамагочка. Вот сейчас начну кормить. Вот такие у нас были в детстве игры, Диана. Да. Так, вот твоя цепочка. Моя. Почему она хранится у меня? Идет к моим браслетам прекрасно. Так. Так, убирай дальше. Окей, дальше. Мой любимый просто, просто, без комментариев. Да. Попец. Это от Попы. Да, нужен? Да, конечно. Это вот просто эти браслеты. Так, часы. Это мои часы надо. Очень важно. Браслетики. Ой, сколько у тебя их. Ну-ка, покажи нам браслеты. Смотрите, какие браслеты. Красота красотенная. Кто бы их еще одел? Я летом. Ждем лета. Под видом. Так, ну все, разгребай. Вот это хэллоуинский оставляй, а остальное все. Посмотри, они похожи. Такие уже какие-то. Ведь ты как я. Я тебе помогу. Ты брошь еще. Брошь. Не надо мне тут помогать. Я помогу тебе. Не надо. О, смотри. Вот смотри, у тебя этих еще полно сердец. Смотри, вот я думаю, они все нам не нужны. Нужны. Типа протираем, косметика. Убираем и... А куда попсочек заканчивать? А вот сюда и сложи, смотри, тут специально для них место. Классно. А вот эти вот всякие штучки уже такие. А это я хочу в упаковке оставить. Почему? Мне нравится. Бубенчик.
какой бубенчик сюда добавить? Ой, а это твоя? Да. Или это вторая? Нет. Или это еще первая? Еще первая. Вторая! Мама, ты гений. Солнечные очки. Ну, тоже детский уже заишь. Ну, складывай к очкам. Очи к очкам. Ну, вот так вот надо. Тут на дружку положу вот так, чтобы все было. Так, дальше. Браслеты. В один голос сказали, надо загадать желание. Так, браслеты. И что еще? А, вон там. Подожди. А, вот эту фигнюшечку. Фигнюшку надо разобрать. Расческа. Там еще одна, кстати, есть расчетка, ты куда положишь? Я ее в другое место, куда тебе тут 10 расчеток, только место занимаю. Так, давай вот это сделаем. Давай, что там делаешь? Какая прекрасная у Дианы шкатулка. Я это я ее сама декорировала. Обратить на нее внимание. Диане года было 3, наверное, 4. 4, не 3, да. Диана ее декорировала. Я старалась, выбирала беленькая, что была розовенькая. И что вот произошло? Опа! О, зеркало! Опа! Я вот это вот, вот это кольцо. Богатство. Все, их все убирай, Диан. Давай их все. А убирай. Вот это нет, вот это не надо убирать. Хорошо, скидьте, оставляем, раз тренд там. А еще не, это не тренд, оно вообще фирменное, между прочим. Все, оставляем. Оно серебряное, да. Вот это, кстати, тоже Китти. Тоже Китти. Ну, какие-то давай, вот они уже не очень. Это лольное. Собирали раньше. Эльза! Эльза! Не надо их выкидывать. Вот, кстати, от Эльзы. А, нет, нет, Эльзы. Господи, они даже сломанные. Все, это все убираем. А, вот, вот оно. Все убираем. А здесь вот внизу. Только Диме смотри. Надо оставить, чтобы мы в Фупи-Бак могли играть. О, а здесь пьёчки. Ну, они тоже такие себе. Это все уже надо выкинуть. Нет. Какие-то вот эти все штучки надо выкинуть. Ничего. Пустая у нас получается, да, она? Нет. Может выкинуть? Что она место будет занимать? Мою прелесть выкинуть! Так, немножко мы расставили здесь. Вот это шоколадка или что это, Диана? Диана, с мишками. Где ты, куда пропала, убежала? А, это шоколадка. Вот, это у Дианы гадание. Она как захочет, покажет вам, как гадать. Да, я прямо сейчас хочу. И вот гадалочка какая-то я тебе положила. Не знаю, выкидывать или нет. Что тут Диана так вот чик-чик-чик-чик. А, да. Задавай вопрос какой-нибудь. Мы сегодня когда-нибудь закончим уборку? Не знаю, я показываю, что как тут надо делать, действовать. Итак, задавай любой вопрос. Мы сегодня когда-нибудь закончим уборку? А, окей. Итак, выбирать число. Три. От 1 до 10. Окей. Три. Раз, два, три. Выбирай одно из этих чисел. Надо говорить? Да. Пять. Так. Окей. 6 или 5? 5. Шансов мало. Так. А косметика, вот это. Сейчас мы куда-нибудь их положим. Тут. Я тебе предлагаю вот сюда все положить. Шикарно, шикарно. А вот эти все маски бесконечные. Сейчас положим. Так, сейчас Диана все разрулит. У меня половина косметики. А покажи, что там у тебя. Ты мне это показала. Тени. У меня тени. Тени, дух, все, пупа. Да я. Вот. Ну ладно, такая штучка мне нравится. Просыпешь все. Так. Их туда не складывай. Да? Давай только вот типа вот. А, вот, окей. Тени. Так, массажер. Это тоже отдельно. Это карандаш для глаз. Вот. Давай помада. Нет, помаду, вот то, что такое, все туда давай. Блеск для губ. Просто шикарный запах с вкусом клубники. А мы там найдем это потом все? Да, да? Найдем. Вот эти, может, старые уже у тебя? Нет, это Фанта. Зай, ну может вот это вот... Ты из Дубая. А это? Это ностальгия детства. А вот это бриллианты? Бриллианты Сваровски. Ой, что оно такое? Почему оно? А, это в помаде. В помаде тоже давай уберем. Массажерчик. Это что такое? А. Ой, это надо помыть. Это же как... Классно это. Сантора. Сантора. Смотри. Да, кораллово. Еще один белый карандаш для глаз. Это мне... Это я уже сама покупала. Изначально. Классно. Тоже. Шикардос. Так, ну что, вот сюда что складываешь? Давай что-нибудь вот миленькое. Вот эти, чтобы не падали. Вот.
Аэстетик. Аэстетик, что еще? Давай, может, нужно их достать из упаковки или нет? Нет. Так пусть лежат? Ну, клади их тогда так, они туда не уходят. Так, там, значит, ты, главное, не забывай, что ты кладешь, что там у тебя лип, всякие лип. Вот эти я сюда положила. Липов. Ну, это вот что ты оставишь? Конечно, оставлю. Конечно, вот так красиво получилось. Так, так, так. Так, а это тоже давай вот в эту, да, положим? Да. Смотри, вот так вот. Вот это. Красота в красоте. Так, подожди, а вот это что это? Это скраб для губ. Это же тоже у тебя было в подкитке? Да. А давай заскрабируемся? Ну-ка, давай. Открой. Давай попозже. Ну, открой, понюхай. Давай хотя не сейчас. Бы. Хорошо, давай не сейчас. Вкусно пахнет? Да. Я хочу заскрабироваться. Я... Тут у тебя это все пропадет. Да не ты пропадет. Потому что пользуешься это раз в два года. А ну-ка. Ему еще года нет, поэтому не надо, не начинать. Смотрите, какая красота. Это, ну-ка. Ой, мятный, малина натуральная. Я у тебя его возьму. Сама отдай. Сама отдай. Так, вот, смотрите. Born to Love Lip Mask. Это, подожди, питательная гель-маска это. Это маска с экстрактом малины и ежевики. Смотри, немножко намазалась. Так. Ладерман. Смотри, как он будет блестеть. А его можно и слизывать? А его потом надо смывать или что? Наверное, надо почитать. А вот это что? А, тату. Какое тату? Это подводка. Какая тату? Написано тату. Крем. Давай тоже сюда. Сюда кремик. Еще кремик. Еще кремик. Еще кремик Dolce Mel, или пусть тут стоит. Не, а зачем он тут тебе мешается? Тоже сюда. Складываем. Не, ну этот, наверное, надо отдельно положить, уже не входит. Так. Так, а это молочко для тела. Ванну может убрать? Да, давай. Он очень вкусно пахнет. И пилки. Пилки тоже, кстати, Сантора. Тоже Сантора. Почему ты не этот? Не амбассадор Сантора. Сантора, возьмите нас в амбассадоры. Смотри. Сандора, амбассадора. Как я рифму не говорю. Куда? Сюда. В общем, все, заканчиваем. Господи, слава богу, подходит к концу. Нет, это надо выкинуть уже. Это тоже для губ. Он старенький уже, он нехороший, Диана. И что? Нельзя на губы наносить, нельзя. Ну и ладно, пусть стоит. Пусть стоит. Ура, мы закончили. Сейчас я там подкорректирую, ребята. Не надо мне ничего подкорректировать. И будет, мы закончили. А ура! Можно я погадаю-то теперь? Сейчас будем гадать. Погадаю вам.